Представляю вашему вниманию смартфон Alcatel K6000 Pro. Это один из брендов фирмы Alcatel, известных, популярных. Его можем открыть. Комплектацию посмотреть. Это ключик для того, чтобы вытащить. Опа. Чтобы вытащить. Где у нас находится? Ну, здесь чехол мешает. Вот здесь вот мы видим, есть слот для двух сим-карт или сим-карта и внешняя память. А, вот такой вот телефон. 5,5 дюймов. Удобный, большой. Вот. Видны все отпечатки. Это я уже успел его замарать. Вот мы можем... Специально скачал программу AIDA64, чтобы посмотреть, что он себя представляет. Система. Система, система. Тут, в принципе, ничего интересного нет. Оперативная память. 3 гигабайта мы видим. Вот. Процессор MediaTek MT6753. Архитектура ядра 8-ядерный. Каждое ядро по 1300 МГц. Значит, технологический процесс 28 нанометров. Так, 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 число ядер. А вот мы видим, что сейчас у нас работает только одно ядро. Все остальные спят. Вот. Больше здесь ничего интересного нет. Отображение. Разрешение экрана 1080 на 1920. Диагональ экрана 5,5 дюймов. Так, 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 так. Ядра графического процессора. Их 3 штуки. Вот мы видим. Все, здесь больше ничего интересного нет. Нет, спасибо. Так, ну, сеть. Здесь, в общем-то, тоже ничего интересного нет. Батарея. Вот, батарея. Литий-ионная. 6000 мАч емкость ее. Я сам честно его использовал. Специально гонял. 2 дня я так батарею и не смог посадить. Вот. Где-то он у меня на третьи сутки сел. Так. Так, 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 так. Так, батарею посмотрели. Android. Значит, Android 6.0. Marshmallow. Marshmallow какой-то. Так, 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 так. Ну, все, ничего тут интересного больше нет. Устройство, разрешение, значит, задней камеры 15,9, 16 мегапикселей, да, разрешение видео 2,1 мегапиксель, 1920 на 1080, передняя камера 8-мегапиксельная, разрешение видео 0,9 мегапикселей, так, 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 снимает очень хорошо, очень прилично. Температуры. Датчики тут. Приложение. Это то, что мы установили. Кодеки, папки, системные файлы о программе. Ну, в общем-то, и все, что здесь можно показать. Скачал программу Antutu Benchmark. Протестировал. Тест показал 40145. Это очень приличный результат. Вот, собственно, и все. Вот такой вот смартфончик. Очень мне понравился. Особенно, конечно, радует емкость батареи. Очень радует. Здесь есть также возможность настроить пароль с помощью отпечатка пальцев. Чтобы никто, кроме вас, не зашел в ваш телефон. Вот. Вот такой вот телефончик. Очень-очень
Приличный такой. Очень понравился. Сам пользовался Xiaomi Redmi Note 2. Перешел вот на такой. Есть разные расцветки у него данный. Это серенький, есть золотистый, серебряный. Вот, в комплектации идет вот такой чехол. Он, конечно, его сильно утолщает, но защищает. Книжки всякие. Разные инструкции. Так, это провод от зарядки. Это у нас еще один шнурок. Не знаю для чего. И сама зарядка. Зарядка у нас... Опа! Зарядка у нас... Здесь мы видим. Или не видим? Не видно, наверное, да? Двухамперная. Очень хорошая, очень скоростная, качественная. Вот, собственно, наверное, и все, что я хотел. Вот здесь вот для отпечатка пальцев место. Камера очень приличная. Снимал, пробовал специально на нее. И сейчас, собственно, на нее снимаю. Вот. Хороший телефончик. Мне очень понравился. Всем рекомендую.